Всем привет, друзья! Сегодня у нас 5 октября. Приехал я на охоту с подхода. Ну, как с подхода? Время уже почти 5 часов вечера, поэтому, скорее всего, на вечерку. Вот. Здесь у нас протекает небольшая речка. Озера есть там, озера есть там. В общем, здесь я на вечерке ни разу не был. Только ходил с подхода, охотился. С подхода здесь нормально. Попадается утка. Ну что, посмотрим, что будет в этот раз. Повезет нам или нет. Все, ребят, будет что интересное. Включусь, все покажу. Все, смотрим. Друзья, с собой у меня ружье. ИЖ-43М. 78-го года выпуска. Вот, очень старое, но ружье хорошее. Патроны Азот, пятерка. Без контейнера. Все, пошли. Блин, тут, наверное, глубоко. Вот, друзья, нашел. Черочек. Что, друзья, с полем? Черочек есть. Ставим лайкосы. Селезень, кстати, самец. Ну что, друзья, в общем, вечереет. Время уже к 6 или 7. Часы я с собой не взял. В общем, добыл я одного черка. Второго промазал. И вообще я мазила. Две кряквы поднял. Причем одну заранее заметил. По сидячей не попал. А вторую прошел уже мимо нее. Метров 30. Только потом слышу взмах крыльев, она взлетает. То есть сидит еще, она крепко. Вот. Также два раза стрелял по ней, не попал.
Ну, друзья, тут как бы сказывается опыт. Тренировок ни на стенде нигде у меня не было. То есть никто меня стрелять не учил. Главное, что не подранок. Вот, просто промазал. Все, друзья, уже закат. Еще где-то, наверное, полчасика, я думаю. И все, и уточка должна перемещаться. Все, ребят, ждем вечерку. Далеко. Далеко взлетело.